Ух ты, опять красота, опять много снега. Значит, завтра едем на Крутогор. Первая горка у нас здесь. Тут катаются взрослые самоучки. Ну а мы пойдем вон на ту горку, которая влево чуть-чуть уходит. Здесь у нас Колыба есть, зона отдыха. Вроде бы даже маленький зоопарк есть, говорили. В общем, пойдем посмотрим. Нефть качается. Здесь вот прокат горнолыжного снаряжения. Вот и зоопарк. Красивые фазанчики. Такого аттракциона я еще нигде не видел. И деткам маленьким безопасно. И папам неплохая разминочка. Черное золото. Маленьким деткам горка, пожалуйста. Так, все, идем лыжи подбирать. Ого, тысячи комплектов. Думаю, точно всем хватит. Ну все, поехали. Вот кафешка такая уютная. Зайдем попозже, перекусим. Сейчас идем на подъемник. Ротрак новенький. Посмотрим для начала, как дети катаются. Ваня! Много детей, давай. Красавчики. Смотри, как едут. Интересно, после какого это занятия? Неужели после первого? На подъемник сами поднимаются. Молодцы. Дисциплина, в общем, на высшем уровне. Вот и наш подъемник. Нам туда, в гору. Снежок беленький, красивенький, мягенький. Одно удовольствие. Все, на вершине. Поехали. Так классно отдыхать. Скоро обед. Хорошо, пошел. Да, там звонок. Быстрее, быстрее. Аппетит уже нагуляли, пора бы и перекусить. Все необходимое есть. Так, что нас сегодня ждет? Борщ украинский. Це банаш у нас, да? Банаш с сыром. Ух ты! Тоже неплохо пошла. Спускаемся сейчас в самый низ. На сегодня хватит. Когда все бесплатно, да еще и с угощением в Колыбе, сюда можно будет ездить каждый день. Слышишь, как бьется, бьется твое сердечко, возьми с собой чёрт.